А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, а особенно это касается великих спонсоров, а именно Реклама, Микс Воин, Данил Молостов, Сергей Мавроди, Острых Бол, ИшПД Идги Ифл, Берсерк, Кромоус Гоу, Везерми, Кэмп 33 Рус, Арчи, Генак, Атилагун, Бикой, Версаль Р и Райнер Саркоза фон Рихтер. Если вы хотите попасть в эти списки, а также получить другие крутые бонусы, то можете оформить спонсорку по ссылке или кнопке в описании. Привет, я Эмбрэ, наша компания за Нигерию сейчас продолжается, вот только проблемка здесь образовалась. Дело в том, что нас Египет душит. Я, конечно, не ожидал, что будет все вот так вот, ну, плачевненько. Ну, здесь в горах еще более-менее стоим, а вот в пустыне. Ну ладно, то, что в пустыне, меня просто, понимаете, тут хотя бы крепость. Мне нечем брать и помогать вот этим вот войскам. А, хотя подожди, Кот-де-Вуарчик, слушай, у тебя же дивизии есть. 4 штуки, давай-ка быстро к нам. Точняк, что я про тебя вспомнил? В последний момент, конечно, да, это обычная пехота. А. Да? Серьезно? Тут есть бронированные машинки, только у них характеристики хуже, чем у пехотинцев. Это не просто пехота, это легкая пехота. А это тогда что? А, военная полиция. Ну слушай, она сильнее, чем твои регулярные войска, ты понимаешь? Ладно, это лучше, чем ничего, давайте погнали. Быстренько отправляем их вот сюда вот. Так, и, ну, а здесь смотрим, как нас просто пробивают. Здесь отступаем, да? Была провинция с укреплением, они теперь ее захватили. Терять как-то провинцию с двушечкой вообще не хочется. А ну-ка, давай-ка проедь вот сюда вот. А ты, да, становись сюда, тут еще провинция. Выбили еще нас отсюда. Танки, блин, а? Капец. Отсюда сейчас еще выбьют. Можно сейчас взять, смотрите, у нас стоит базовая подготовка офицеров. Можно взять военной академии. Да, конечно, здесь и стоимость командира вырастет, и военное жалование увеличится у них. Будем больше денег тратить. Но эти бонусы, они нам нужны, поэтому берем. Но вот как-то советников назначать, где там бонусы на армию... Мы не можем, да, просто такого здесь нету. А что можем-то прожать такое, чтобы нормально было? Во-первых, вот это вот. И вообще у нас не хватает, насколько я помню, винтовок обычных. Да, минус 4000, вот в чем проблема. Винтовок-то просто нету. Давайте компанию поддержки войны возьмем, чтобы увеличить поддержку войны нашу. А здесь винтовки скоро к нам подъедут, да. Но мне желательно сейчас взять еще ОБТшки. Давайте танки купим. Да, на деньги сейчас вообще не смотрю. В долги залазим, ну а что поделать? Мне тут просто танки, они используются в этих вот дивизиях. Вот тут чуть-чуть, но все же надо их добавить. Так, подъезжай сюда вот скорее. Так, давай-ка ты сюда, а ты его пока придержи. Долго сможешь удерживать? Ну, давай. Есть, встал. Ну, тут... Тут, да, долго не подержишь. А ну, подъезжай. Подъехал вовремя. Класс. Лучше, конечно, еще отсюда отступить. Вы там скоро... Вот, подходят они. Я от вас многого не жду, но хотя бы давайте просто количество на противника подавим хоть как-нибудь. Так, отсюда нас выбили. От этих позиций уходить не хочется. Горы, укрепления, это нам нужно. Ну и походу нужно будет уходить оттуда. Черт. А Израиль, ты там как, а? Ты не хочешь? Ну, стоит просто. Там уже битвы, я так понимаю, нету. А ты тут... А, быстро на ЖД едем. Пешком бегут по пустыне красавцы такие. Да здесь не атакуй, стой. Хотя, в принципе, можно... Нет, ладно. Стоим. Танки, сюда вот быстро. Вы тоже сюда вот. Не хочу пока что я тратить командный ресурс на прожатие навыков. Пока давайте без этого. Хотя, может быть, здесь нет. Нормально. Все, отбились. Хорошо, здесь теперь помогаем быстрее. Танки, давай. Тут опять нас атакуют. Тут через реку атакуют, поэтому там нормально. А здесь в горах лучше поставить обороняться танки. Не, слушай, стойка лучше, ладно, здесь, а то пустая провинция, там, я думаю, справится. А вот здесь могут и не справиться. Позицию отдавать это не стоит нам, конечно, давайте прожмем. Кстати, гибкая оборона дает больше бонусов к обороне. А здесь укрепленность. Давайте гибкую оборону. А стоит, конечно, немножко дороже, но все равно пробьют. Все-таки здесь, скорее всего, да, пробьют. Давай танки сюда-то отправим, все-таки. А одну машинку я украду, поставлю сюда. Ты... Я украду. Эй, давай быстрее отступай. Ну, здесь пришлось все-таки немножечко да отступить. Чуть-чуть совсем. Нормально. Все под контролем. Сейчас лучше нам изучить, конечно, фокусы на войска. Потому что у нас что-то промка-то хороша. Хотя я ее не особо-то и чувствую. Но вот войска прокачать нужно. Давайте выходим в нигерийские вооруженные силы. Опыт, поддержка войны плюс 2,5. Это пока что фигня. Нам нужно выйти в армию. Здесь у стрелкового вооружения снизится стоимость производства. То есть оно будет дешевле, и мы будем больше его создавать. Здесь... А, то же самое, но оно, я так понимаю, суммируется. Надеюсь. Здесь на внедорожнике. О, западная военная помощь. Это пока не трогаем. После этого выйду я вот сюда вот, пожалуй. Здесь скорость строительства военных заводов плюс 25, блин, процентов. Чего сразу сюда не вышел вопрос, а? Плюс 25, блин. Все, это сюда вот выходим. Ресурсы можно получить. Военная промышленность еще здесь. Ну, это попозже уже, нам главное. О, создают соответствующее отделение Национальной гвардии. Да, эти фокусы нам сейчас срочно нужны. Я просто не рассчитывал, что Египет будет настолько сильный. Это жесть. Сколько здесь дивизий, понимаете, что еще и здесь толпень стоит. Давай быстро бегим сюда вот. О, подожди, столько уже не надо. Возвращаемся. Опять атакуют нас. Ой, они здесь пробились. Черт. Это максимально плохо. Можем сейчас кинуть войска хотя бы чуть-чуть, но сделать. О, подожди, можем. А, все, не можем. Класс.
Подожди, может быть, а у нас не хватает именно винтовок? Да, именно винтовок не хватает. Класс. Так, отсюда отступаем. Не-не, это задница. Так дела не ведутся. Давайте сейчас встанем вот так вот. Ну, пришлось отступить сюда вот за реку. Было бы, конечно, вообще идеально, если бы мы эту провинцию не отдавали, вот так бы стояли. Потому что, ну, фронт был бы уже. А так за рекой, ну, вроде как... А здесь нас попытались поотбивать, но они сдохли и поэтому перестали атаковать. Давайте сюда вот сейчас встанем, и здесь пока нормально. Нам, кстати, шлют ленд-лизы. Израиль, ПЗРК, спасибо. ПЗРК еще Кения, Гана. На самом деле ПЗРК шлют, потому что оно у меня закончилось. Я ведь начал кучу новых дивизий делать. Те винтовки к нам пришли, я получил, смотрите, еще 7400 на складе лежит. А вот, да, танки и все остальное, ПЗРК. В общем, и CNC я начал производить. А вот с винтовок, наверное, давайте уберем еще и вот так. Во, здесь производство тем более разогнано, 21 в день, нормально. Восьмерка, четверка с половиной, пойдет. И здесь сейчас я еще начал новые закупать винтовки. И здесь мы сейчас получим еще, кстати, ПЗРК, ПТРК. Ну-ка. А, это ж вот оно есть, мы его и закупаем. Понятно. Танки тоже, машинки тоже. БТР, кстати, нам нужны? Нет, ну давайте на всякий случай закупим. Ого, сколько здесь? Украины можно взять? Давайте. Финляндии, Канады, России. Все, пока хватит. Израиль еще нам предлагает пакт о ненападении, но знаете, мне кажется, что с ним... Давайте его заключим. Сегодня мы союзники. Да. О, новости. Ужас. Капец. Конечно, здесь. Ну вот как им помочь? Отсюда уберу, они сюда встанут. Прожимать приходится... А, гибкая оборона и так уже нажата здесь. Слушай, а можем ли мы сейчас как-то попробовать сюда вот атаковать? А, перестали, кстати, эти. А ну. Я бы, кстати, вообще сюда бы встал. Ну, типа, нет, смысла нету. Не пробьем, да? Через речку... Хотя стоять. Бронированное острие. Погнали атаковать. А здесь я буду атаковать, чтобы их просто удержать. Здесь хотя бы нормально стоим, нормально. Так. Вот это опасно. Здесь могут нас пробить. Ну, жму еще последний рубеж. Давай, так, смотри, вынужденная атака. Давай, что прям вообще хорошо. Давай, давай, пробей, пробей. Пробей, молодцы, хорошо. Какие, а? Какие молодцы. Теперь все остановимся вот сюда вот. Фронт, ну, уже стал, да. Чуть-чуть уже. Так, вот такой вот поехал сюда едь, давай. Во. Другое дело. Не понимаете, в чем суть? У них авиация есть. А, штурмовики убрали. Сейчас вернут, наверное. Или перекинули на север. Но здесь штурмовики играют огромнейшую роль. Те, кто смотрели прохождение за КНР, все знают, что мы там Северную Корею не могли, блин, пробить. А потом поставили штурмовики и запросто по ней прошлись. А здесь урон очень большой. О, спасибо. Еще нам шлют. И, кстати, у людских ресурсов 4 миллиона с половиной у нас. Это из-за расходов тотальной войны. По деньгам мы, кстати, в плюсе. Можно даже, на самом деле, налоги поднять, но пока не надо. Дострою сейчас давайте одну фабрику и военный завод будем делать. Сейчас беру вот эту армию. Что-то я прослопочил фокус, надо пораньше взять. А и насчет воздуха, кстати. А у нас там, чтобы эту авиацию изучить, я думал, ух ты, блин, сейчас тоже авиацию поставлю, пронесу его нафиг. А нам нужно ранние модели истребителей, годик изучать. А потом почти 2 года уже самолет какой-нибудь старенький. Короче, капец полнейший. Нужно изучать фокусы вот эти вот. А, нигерийское объединенное оружие. О, кстати, тут даже и на танке можно получить. Ой, подожди, смотрите, организация дивизии плюс 10%, атака дивизии плюс 10%. Так. Сюда выходим тогда. Авиабаза, ну классно, самолетов нет. Бонус к исследованию, вот, это нужно взять и тогда уже нормально изучать самолеты. А то с таким сроком мы только к концу прохождения успеем эти самолеты взять. Пока сейчас главное, что мы нормально вроде как обороняемся, верно? Я просто еще укрепы понастроил. По единичке, по двушке. Давайте здесь на всякий случай еще одну построим. Ну, единички, конечно, маловато, они быстро ломаются. Ну, знаете, лучше, чем ничего. Стоит недорого, таким можно позаниматься. Опа, здесь. Осторожно, подожди. А нигерийские 2 дивизии, кстати, мы потеряли. Они исчезли просто. Так, а это можем поставить? А, нет, еще 4%. Ну, ждем. Так, вот это плохо. Все-таки все равно оборона нас хромает. Но гибкую оборону ставим сейчас, чтобы поделать. Так, они прекратили атаковать. Фух, иногда везет. Хотя у них организации хватало, чтобы продолжать атаковать, но они берут и прекращают. Это меня 100 раз спасало, на самом деле. Кстати, авиация. Есть самолеты в резерве. А, подожди, у нас некоторое количество самолетов есть. Ну-ка, давайте сейчас поставим... Столечко 33, но я с запасом 50 поставлю. А это у нас ударные истребители. Ну давай-ка тебе поддержку с воздуха поставим. Ну желательно, конечно, просто истребители поставить. Многоцелевой истребители. Ага. Многоцелевые, наверное, сейчас я поставлю на превосходство в воздухе и перехват. А эти пускай занимаются именно своей штурмовой деятельностью. Ну вертолетики, конечно, тоже. Штурмовые тоже давайте поставим на поддержку с воздуха. Ну сейчас должно быть нормально. Только, может, давайте не будем пока их использовать. Лучше в крайнем случае их поставим, потому что, ну, нас позбивают. А пока вроде нормально. Нормально стоим. Пока хорошо. Так, эти дивки скоро будут. О, все есть. Ну, конечно, они тут немножко с недостачей заспавнились, но, тем не менее, неплохо. И давайте поставим на... Тут песчаная буря здесь.
Израиль пробился через Суэц. У него получилось. И как давно ты, чувак, это сделал? Сюда еще атакует. Но он как-то... Ну не Блицкрик, это точно. Но он пробился, у него появился фронт, и теперь он хотя бы истощает Египет. А то это Суэц, ну там ничего не происходило. Состояние было, просто смотрели друг на друга. А сейчас хоть реально движуха. Единственное, что, ну, нам придется делить этот Египет. О, проходит. Я думал, он стоит просто. Нет, он проходит. Здесь просто реки, и ну, пробиваться тоже сложно. Не так сложно, как в Суэце, конечно, но делить придется с ним Египет. Вот в чем дело. Это как бы не хочется, ну а что поделать? Я не ожидал, что Египет будет настолько сильным. Поэтому хотя бы так. Хотя бы мы просто выйдем отсюда победителями, уже хорошо. Танкам не хватает. Не хватает танков, ясно. Кстати, мы же так и не смотрели, что сейчас в Европе происходит, но идет война в Польше, господи, это такое поле сражений, капец. Третья мировая на территории Польши ведется. А, кстати, а Турция захватила Грецию. Даже не обратил внимания, как это быстро произошло. Ну да, вот так. Алжир нам присылает еще БТР, спасибо. Что-то они, походу, не дружат с этим Египтом, нам помогают. Но пока интернационал, ну, вроде тащит здесь, но что-то это как-то, ну, он до Германии доходил, а сейчас сдает позиции в Польше. А это что такое, господи? НАТО. Они на полуостров Колы сделали высадку. А еще что-то такое интересное есть? Тут пока ничего. Я понял, что в НАТО окончательно вступила, так понимаю, там она убрала статью. Да не убрала. Ну, видимо, уже это не мешает ей вступать в альянс. Как-то вот так. Ну, а здесь что? Вообще можно... Китай вступ... А, это Тайвань. Все нормально. Вообще можно еще с авиацией влепи... Че? Поломанная? Не поломали авиабазу. Вот, блин. Починим давайте ее. Она быстро сейчас. Оп, все. И попробовать поатаковать. У нас стрелочка нарисована. Бонус к атаке есть. И даже можно сейчас ничего не взять, да? Угу. Но плюсик-то горел. А давайте попробуем. Здесь дивок у него не так уж и много. Он, на самом деле, так понимаю, он их перекинул все-таки сюда. Вот это логично. О. Израиль, союзничек, слушай, ну как ты такого-то достиг, а? Закатлили, причем здесь как минимум две дивизии, это как минимум, а у тебя их сколько всего? Ну, кто их сделал? У тебя их было намного меньше, в раза два так, нормально. Ну, то, конечно, прикол. Ладно, давайте пробуем атаковать через реку. Ну, о, пилотаж повышен, авиация работает, ну, у них дофиги еще самолетов, у нас хотя бы так, нормально. Мы сейчас побеждаем, все, работаем, пацаны. Давайте-ка сейчас еще вот так вот сделаем, и закатлим мы эти две дивизии. Здесь обязательно нужно катлить, по-другому просто никак, у Египта слишком много дивизий. Прислали еще подмогу сюда вот. Ну-ка, давай. Прожимать навыки сейчас я не хочу, пока без них справимся. Армию взял, давайте теперь выйдем, пожалуй, в воздушный компонент и получим бонус на организацию на атаку. Кстати, а по вот этой ситуации, ну, все более-менее. Может быть, взять здесь какую-нибудь артиллерию, ну, хватает, ПТУРы, тоже хватает. А внедорожников не хватает. Блин, это же костяк нашей армии, внедорожники, черт. А я про них забыл. Давайте отсюда уберем, пускай здесь стоят. А по винтовкам? 8 тысяч, все, есть винтовок, давайте один военный завод тоже уберем. По поводу закупки, винтовки скоро к нам подъедут. А, и в этот тоже немножко сейчас закупим. СНС можно прикупить тоже немножко, чтобы сильно не париться с ним. А, здесь, кстати, а, здесь можно помочь. С этой стороны тоже атаковать. Могли бы намного раньше пробиться. Так, сюда ставят дивизии на ротацию. Тоненький. Подожди, кстати, можем же сюда атаковать. Давай, а здесь держи. Давай, проходи, проходи. Да, на всякий случай тоже поддержим. Запрос на строительство. Китай хочет строить инфраструктуру. Да, строить на здоровье. Сюда быстро атакуем. Так, танк тоже участвует. Вынужденная атака, давай. Быстренько, быстренько. А, мы сейчас, походу, здесь все равно пробьемся. Ну, ладно, так тоже можно. Хотел котел просто побольше сделать. Минус две дивизии здесь, а тут мы пробились. Так, подожди, пробились, почти пробились. Израиль, фух, он справляется. Не знаю, котел он смог раскрыть или нет, это я пропустил. Но, походу, нам придется сильно много отдать земель этому Израилю. Посмотрим, что он будет делать, может, он вообще, кроме Синая, ничего не заберет. Может, он вообще ничего не заберет, все достанется нам, так что нормально. В любом случае, мы выйдем победителями отсюда, так что не расстраиваемся. Мы хотя бы не слили уже хорошо. А то отступать, отступать как-то мне, например, вообще не нравилось. Так, слушайте, а можно ведь поатаковать сейчас вот сюда вот попробовать? А потом вот сюда вот. А если не сразу? Давайте сразу сюда бьем. Давай. Ты помогай. И... А, подожди, можем сюда пройти. Давай-ка тогда проходим сюда вот и атакуем сюда. Во. Сюда. Ты стоишь? Стоишь. Котел еще. Есть. Так. Отдыхай. Минус еще здесь три дивизии. Прекрасно. Как-то их пробивать проще. Ну, конечно, снаряга появилась. Ну, насчет нее, да, винтовок уже почти 10 тысяч. Арты вот только не хватает. Жалко, авиацию нельзя купить, на самом деле. Вот это вот жалко. Так-то мы бы их уже пронесли. Кстати, по авиации у нас сейчас, ну, ситуация почти сравнялась. Но штурмовиков прям здесь, конечно, совсем мало у нас. Но даже 14 вот этих вот наших, они оказывают реальное влияние. Оно прям реально чувствуется. Самолеты в этом моде такая имбища. Оно таким вот странам, как мы, это, конечно, иметь непозволительная роскошь. Опа, а здесь у нашего коллеги появились еще дивизии, две штучки. Отдавайте к нам. О, это что? Морские дивизии. Кстати, еще и с тяжелой инженерной ротой. Но это другое дело. А это у нас, ну, как бы тоже неплохо. Давайте к нам быстрее. Так, вовремя, конечно, мы дивки создали новенькие. Давайте быстренько теперь подходим к фронту. И что? Атакуем. Столица у них в Асуане. Так, только ты здесь, Израиль, давай-ка. Нормально. И здесь, ну, конечно, желательно еще покатлить. Я бы не прочь поступить вот так вот.
Давай-ка тоже помогайте. Так вот пройдем, уберем еще одну вот эту дивизию. Вообще можно пройти на самом деле и вот так. Сюда вот. Тоже было бы вполне неплохо. И закрыть еще вот это. Оп, нас закрыли. Хотя стоять. Мы ведь можем сделать вот так вот. И упростить создание котла. Спасибо еще за БТР. Ох, как нам все помогают, а? Как же нас все лимонит. Сюда прошли, сюда прошли, но вот тебе минус. Одна вертолетная дивизия, залетная сюда вот, зашла и потерялась. Тот тракторист становится сильнее. Опа, а это что такое? Толпень 3 дивки, наверное, только создал. А то он там еще дивизии делал, прямо на моих глазах. Прям палено так. Походу, это еще новые дивки. Либо он просто переталкивает с севера их на юг. Кстати, а, так ты Асуан взял уже. Молодец какой. Мы ни одной столицы не взяли. Походу, все реально достанется этому Израилю. Давай-ка сюда вот. Сюда сейчас пробиваем. Минус тут дивизии. Так, и теперь можно пробовать как-то покатлить, наверное, вот здесь вот. А ну-ка, пройди-ка вот сюда. Вот так. Наконец-то мы свои суданские территории возвращаем. Мы еще на Египет этот не встали даже. Ногой. Никак. Значит, пробиваемся сюда и давай-ка через вынужденную атаку. Проходим. Здесь, конечно, в горах тяжело. Они еще и нашими укреплениями пользуются. Что-то у них дивизии поувеличилось количество, а? Понаделали танки причем, а? Все ради того, чтобы закатлить вот эту вот дивизию. Так, теперь выходим наконец-то в организацию атаку дивизии. Это ж как мы будем здесь проходить, люто. Израиль, ты там как? А, фух. Я думал, ты непроходимой территории, и такой, что ты здесь делаешь? А нет, он сюда реально прошел. Непроходимое здесь. Ну, здесь мы сейчас пробились. Давай, ну немножко. Вынуждена еще одна атака. И здесь тоже. Ну, а тут давайте будем пытаться тоже атаковать. Помогай ему. Пошли-ка сюда вот. И вот так сюда. О, и, кстати, эту дивизию тоже сейчас закрываем. А фельдмаршала там можно сейчас прокачать в яркого полководца. О, восстановление дивизии тоже неплохо. Так, нам нужно это взять, чтобы сейчас хорошо пробиваться с меньшими потерями. А насчет, кстати, потерь Египта... О, у него уже дивизии почти не осталось. Потери 190 тысяч. У всего нашего псевдоальянса 41 тысяча потерь. Вот так, ну это он об Израиле поубивался, да? Да, 130 тысяч снял ему Израиль, а мы только 59 тысяч с половиной. Это да, варскоры у нас 31%, у нашей маринетки 1%, у Израиля 66%. Ну, в честь этого нужно нам Wi-Fi изучить. Давайте возьмем. А это пока, ну да, тут превышение, конечно, имеется. По авиации самолеты. Делаем бомбардировщики. Но мне... А, штурмовики можно сразу изучить. Без там этих самых прототипов. Сразу туда берем. А вот тебе и мирная конференция. Сразу Израиль начинает делать Египет марионеткой. Ну давайте. Я не против. Ладно, он здесь затащил. На самом деле это реально он здесь затащил. Поэтому я никак не возникаю. Что я хочу сделать? Забрать пустынные территории, которые стоят нолик, и выйти в Александрию. Если нам, конечно, позволит это сделать, чтобы, ну, повоевать тут, допустим, с этими ребятками. Хотя, наверное, этот... Да, он же в альянсе вроде, с Россией. Ну, короче, вот это еще нужно забрать. А, вот это пока трогать не буду, то это ужасно. Так, мне нужно 111. О, Александрию берем. А здесь он все, да? Ну все. Получилось как-то вот так. А, прикольно то, что мы сюда пройти не можем. Да. Не, ну можно проплыть отсюда вот сюда вот так. В Александрии порт есть. А подчинение оно растет. А гарнизон слишком мал. Фух, я думал то, что он сюда не попадает. По морю все-таки попадает. Опа, здрасте, Мервард. Ну какая ничего такая. Сидит, значит. Марионетка Израиля. Египет. Вот так вот. Взял он, затащил. Ну мы, конечно, тоже, на самом деле, если бы не мы, возможно, он и не пробился, потому что мы стянули войска на юг. Очень большое количество войск. А через Синай пробиваться, ну, сложно. Так что тут все хороши. Поэтому мне кажется, что Израилю стоило быть более щедрым. Ну, в принципе, пойдет. Конечно, хотелось хотя бы еще забрать долину Нила, но это сильно жирно. Пойдет пока что вот так вот. Безобразие какое-то. Ну ничего. Я хочу сейчас, знаете где, провернуть восстание? В Саудовской Аравии. Нефти здесь очень много. Я бы не прочь получить контроль над ней. Конечно, можно взять Оман. В первую очередь было попроще, на самом деле, потому что он тоже нейтрал, так же, как и мы. Восстание делать не придется. Так еще здесь салафиты. Давайте от них избавимся. Саудов отсюда уберем. Итак, распространение влияния. Погнали. Итак, у нас сейчас 25. Можно предоставить оружие. Пехотное снаряжение не хочет, гад, а? Ладно, 24. Может, поинвестируем в него как-нибудь, а? Авиабаза. А, что, у нас денег нет? Ужас. Занимаем тут, давайте. Так, давайте инфраструктуру тогда лучше. Двушку сделаем. По деньгам у нас... Ух ты, процентная ставка 3%. Все, в долг брать больше нельзя. 3% это уже много. Это уже ощущается. Давайте сейчас поднимем мы налоговую ставку до 13%. Пока что закупать сейчас я ничего не буду, потому что вполне всего у нас хватает. О, удары с воздуха. А давайте еще это прожмем. А то как бы критическая угроза это, ну, в общем, страшно. А, кстати, религиозный раскол в Нигерии медленно вызывает все больше и больше расколов в стране. Настало время начать обращение к противоположной религии в надежде стабилизировать страну. Не спешите с конвертациями. Мы слишком быстро пытаемся обратить людей в свою веру. На карту поставлена стабильность страны. При выборе сдерживают религиозные обращения. Там мы вроде их закончили. По завершении повторно разрешить конверсии. Давайте это возьмем, потому что стабильность у нас 2%. Это очень-очень плохо. Дебафы лютейшие, поэтому нужно дело исправлять. И, кстати, смотрите. Во-первых, я хочу взять вот это вот. На политвласти скорость строительства военных заводов
плюс еще отсюда 25% и оттуда 25%. Мы быстрее сейчас наши ячейки застроим военными заводами и выйдем на новый уровень ВВП. Здесь у нас, кстати, военные затраты плюс 5%, а здесь их нету. То есть затратов у нас будет меньше. Также, конечно, прирост населения уменьшится, но у нас его хватает вполне. И скорость строительства тоже уменьшится. Зато главное, темп исследования у нас будет получше. Так, ну и смотрите, мы сейчас являемся второстепенной державой. Нам нужно получить побольше независимости, чтобы прыгнуть на более высокий уровень. Потому что в таком случае сложно как-то там влиять на другие страны. Мы будем одной Саудовской Аравии заниматься 100 лет. Так что нам сейчас нужно... Ого, у нас поддержка 20%, ужас. Нам нужно получить больше независимости. Просто мы независимы на 18%. И здесь гуляют британцы, американцы, китайцы, но не мы в большинстве своем. Поэтому нам нужно сейчас проводить... О, прирост политики уменьшится. А давайте борьбу с иностранным влиянием сразу просто возьмем. А это повышение внутренней независимости. Ну это, конечно, прям радикально. Но взять это все-таки стоит. Я это возьму, да. Нигерийские потребители тратят меньше. Черт! Пожалуйста, не падай. Оно упало. Теперь стабильный рост, а не быстрый. Можем сейчас скатиться до стагнации. Экономика циклична, поэтому мы сейчас направляемся вот сюда вот. По фокусам давайте выйдем в... Кстати, было бы неплохо выйти сюда, вот в устойчивое развитие, потому что здесь и прирост политики, и стабильность, и поддержка нейтралов, кстати, плюс наша партия. Здесь скорость строительства гражданских фабрик. Это в устойчивом развитии. Получаем ресурсы. А в экстремальной индустриализации получим, ну, гражданскую промышленность. Ячейки, зачем-то они нам нужны, хотя мы теряем стабильность из-за этого. А ячейки, ну, чем их больше, тем медленнее мы застраиваем свою страну, тем медленнее мы выходим на новый уровень ВВП. Нам нужно всю страну полностью застраивать, чтобы прыгать на следующий уровень ВВП. Если будет много ячеек, то и долго застраивать-то мы ее будем. Еще гражданские фабрики, а здесь стабильность как сильно падает. Не-не-не, в задницу такое. А здесь еще, блин, мало того, что получаем популярность партии, так и больше политвласти. Ну, конечно, владельцы малого и среднего бизнеса с нами отношения ухудшат, но это легко исправить. Это ничего страшного. А в Европе сейчас, кстати, посмотрите, что происходит. Калининград, ну, почти взят. Здесь, конечно, такая вот дорога жизни есть, но его скоро возьмут. А тут, кстати, Югославия до сих пор сражается против этой Боснии. Так, давайте сейчас возьмем мы пропагандистская кампания. Прирост политики 2.27. Очень, очень маленький прирост. Но наша независимость сейчас, ну, пока не изменилась. Я, кстати, за все это время сейчас накопил в Гвинее 34% нашего влияния. Я ей просто отправляю каждый раз технику. На винтовке она отказывается, на технику соглашается, и из-за этого здесь такой процент. Очень легко на такие страны влиять, на самом деле, оказывается. А Саудовская Аравия отказывается. Что бы мы ей не предлагали, ни технику, ни оружие, она отказывается. Ну, 29% накопилось, конечно. Больше я отправлять ничего не буду, потому что оно мешает нашему влиянию. Пока я тут не щелкаю уже. Нам политка... Да черт, радикализация. У нас популярность партии сейчас очень сильно упала. 10% всего лишь. Так, бороться с тракторизмом я пока прекращаю. У нас хоть серьезная угроза, но не критическая. Больше авиаудара я проводить не буду, потому что это, ну, очень сильно бьет по нашей популярности, по нашим рейтингам, если мы проводим неудачные вылеты. И два раза подряд эти неудачные вылеты были проведены. Пострадали мирные жители, поэтому я больше нажимать сюда не буду. У нас что-то пока навыков не хватает. Но другие страны, соседствующие с нами, нас не любят, потому что из-за нас у них случаются вот эти вот взрывы, хлопки в общественных пространствах. Вот, и не только из-за наших трактористов, поэтому пускай они бомбят наши земли. Ну, не наши прям, а земли там, где слоняются вот эти вот трактористы. То пусть бомбят поля их. Они же могут это делать, проводить у нас эту операцию. Так что я пока трогать не буду. Пускай там вон, американцы, китайцы, британцы, что-то они столько на нас влияния имеют, так-то я особо не чувствую, чтобы они проводили операции против трактористов. А они могут. А они должны. Американцы, а? Еще сейчас я танки поставил. Конечно, не хватает вольфрама нифига. Из-за этого дебаф есть. Но он 10% небольшой. Мы выйдем вот сюда вот и вольфрам получим. А, ну давайте пока что лучше возьмем вот это вот. Фабрики, кстати. Получим мы за счет них стабильность плюс 5% еще. Неплохо. Давайте берем. Надеюсь, хоть в плюс мы выйдем. Вот, смотрите, наконец-то мы стали региональной державой. Прирост политики плюс 20% и еще дополнительно плюс 0.20. Сейчас 4.56. У нас прирост очень даже неплохо. Можно, конечно, распустить Усаид вот этот вот, потому что он дает дебаф. Дебаф на прирост политики 0.25. Но с другой стороны, здесь смотрите, поддержка прозападной линии. Вот, кстати, из-за чего эти западники так растут. Но продукция военной промышленности плюс 10% на дороге не валяется, как бы. Но может, оно не стоит того. Нам политика поважнее, да и популярность нашей партии. Поэтому давайте мы сейчас расформируем Усаид. Да, с американцами поссоримся. А мы с ними сейчас это и делаем, потому что наша независимость уже 32%. Ну, конечно, это все равно очень мало, но зато теперь хотя бы мы здесь лидируем. Уже неплохо. Пока что с вами давайте попрощаюсь, спасибо всем большое за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, скачивайте моды на русском языке и нашу группу ВКонтакте, пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами, также ставьте колокольчик, включайте все уведомления, чтобы больше не пропускать новые видео, оформляйте спонсорку, чтобы получить классные бонусы, также играйте в мультиплеерные партии или просто общайтесь на наших серверах в Дискорде, ссылки в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер, спасибо большое за просмотр, до встречи!